Возвращаясь к дате дня, работники коммунальных служб достойны всех почестей за свой труд. В день благодарности аким города Серик-Кужиняз вручил группе работников предприятия СЖС и Кызылорда тазалығы путевки в санаторий Сарагаш. По инициативе акима области Нурбека Налибаева ежегодно работники коммунальных предприятий за свою добросовестную работу получают путевки на лучшие курорты страны. Сегодня еще 10 человек обрели возможность бесплатного отдыха в санатории Сарагаш. В их числе механизатор Кызылорда тазалығы Рустембек Ибраев с 17-летним стажем работы. Здесь я работаю с 2007 года. Сейчас механизатор. Зимой снег убираем, лето подметаем улицы. Работа ненормированная, с раннего утра и до поздней ночи, чтобы город был чистый. Теперь вот поеду отдыхать. Я очень благодарен.